Олег Георгиевич, ну что же, финальная точка в тренировочных сборах в нынешнем межсезонье. Поставьте свою оценку сегодняшнему поединку. Ну, мы сыграли в ничью. Конечно, хотелось выиграть по тем моментам, что мы создали. Мы обязаны были забивать и выигрывать. Но где-то вратарь сыграл хорошо, где-то перекладина спасла Атлетик Бильбао. Но по содержанию, если брать игру с первых минут до последней, ну, уже просматривалось все 90 минут, что мы уже играем и нащупываем тот футбол, который нам нужен. Конечно, еще не в оптимальной форме. Конечно, еще у нас есть некоторое время перед первой игрой чемпионата России. Но уже двигаемся. В целом, какой итог можете подвести под проведенной работой за время этих двух тренировочных сборов? Мы проанализировали концовку нашего чемпионата, где мы уже играли достаточно тяжело в функциональном плане. Поэтому, конечно, в первую очередь отработали первый сбор достаточно такой большой интенсивности с силовыми заданиями. И, зная об этом, мы не ставили такую большую задачу победить, не готовились, не подводили игроков к определенным играм. Ну и плюс у нас отсутствовали на первом сборе наши игроки, которые играли в сборной. Во втором сборе мы уже больше начали работать над командными взаимодействиями, отпускать нагрузки постепенно. Здесь уже подошли наши сборники, но все равно разбалансированность в подготовке все-таки она была, ощущалась. Вот, и кто-то выходил из-под нагрузки, кто-то, наоборот, еще только набирал. Ну вот, сегодняшняя игра, еще даже я могу отметить и прошлую игру. По тем моментам, которые мы также создавали, мы забили два гола. Один из них был вообще чистым голом. Поэтому, конечно, думаю, что вот эти две игры, они уже что-то напоминает ту игру, которую мы играли, ну и, конечно, в чемпионате, ну и, конечно, уже мы кое-какие изменения вносим в нашу игру, и это тоже уже определенные те направления, которые мы даем, они уже просматривались. Но так же, как и два игрока, и Тарбинский, и Смолов, также принимали практически во всех играх участие. Но только сегодня Дима был болен и не смог принимать участие. В целом сбор очень, я думаю, продуктивный, не из простых, но мы все справились.